А мне что-то халва вылетела. Во, меня дисконнектнули. Я поставил себе. О, у меня 833 из 835. Прикиньте, короче, я себе Мудрихедин поставил этот имя, и меня кикнули с сервера. Какое имя поставил? Муджахид. Меня кикнули. А у меня 881. Слушай, знаешь почему? Потому что я первый поставил. А, да? Да. А, это автомат. Ну я тогда буду у нас. Я Юки останусь, не норм. Что делаешь-то? А чё, Муджахидин, это кто? Это я. Чё, дурак, что ли? Почему, да? А ты чё делаешь? Я выслужил. А чё, у меня ник поменялся, я понял. Унижение. Поставь себе это какой-нибудь. Это я. Всё. А давайте пушку ещё контролировать. Где она? А, давай. Блин, мышка есть. Ну, короче, это не серьезно, так что я начинаю играть по-тупому. Что, я поменялся на робота? Нет. Его убили сразу. А, ты цветной поставил. А вот. Я думал, меня... Кикнули, а это, блин, оказывается, просто одинаковые имена. Не, ну, так нечестно. В пушке кто-то забирается. Ну-ка, я сейчас вернусь. I'll be back. Что-то вообще какая-то халва тупая. О, вы бы видели, что сейчас произошло. Собственно, наверное, увидите. Если посмотрите видяшку потом. Убить десантных серий. А, стать сериал холлы, да? Ты зачем меня убил? А, я не мог разобрать, это ты или нет? Прикинь, это мультик убил вот Мина. Как же так, а? А вот так иногда бывает. Да чё ты своих-то гасишь? Я чё, не робот, что ли? Там просто кто-то стрелял из дробовика. Я подумал, что это враг. Чё? Пушку захватили, пушку захватили. Чё? Пушку захватили. Всё. Чё, вату? Да ты чё делаешь-то, Вася? Не мешайте к моему ПВП. Ты зелёный робот? Ага, ПВП успешно. Оставил мне 6 копеек, еще что-то нажал. Я не понял, а кто зеленый робот? Зеленый? Я. Да. Двухцвет. Наверное. Так, наверное, я. Там, наверное... Я сейчас попробую цвет поменять. У меня цвета даже не отображают. Просто все православные. А сейчас поменялся цвет? Да. Нормально? Да. Все окей. А чё, мы опять заняли вышки и будем всех гасить? Да. Мне нужна ракетница. А где ракетница на те? Не помню. Она тут есть? Ну, брат. А, она ну, если... Прям... если ракеты есть, прикройте. Не вижу ракету, ни одной ракетницы. Я вижу только труп по центру и все. О, нашел. О, там что, пулемет или нет? Там пушка. А что это за пулемет? А как это стрелять? На Е. Ну, с ней прицеливаться сложно, кстати. Я на стрелять очень много. Я не знаю, она еще как-то убивает слабо. Да. Да, все, все углы, да, заняли? В домике, куда я стреляю пушкой. Враг. А у меня тут броня. И жизнь-то. Где? Ну вот, такого маленького.
помогло. А где это? Только я использовал. Там где окошко? На четвертом этаже. Да, очень тихо. Где? На крыше. Все, я убил этого неверного. Неверного. Аба, в меня стреляют. На четвертом этаже он вроде. Снизу, он снизу. Так, ты кто там? Я достреляю, я не видел его. Я не знаю, где он. Кто мунфик? Я православный мунфик. Кто? Мунфик же нифига не православный. А? Мунфик же нифига не православный. Он не мигрирует от православного. Не воевается, это же не круто. Так, это потраченный хер. Давай хотя бы. Он к кошке сейчас проберется. Народ, осторожно. Опа! Снайпер сделал свою работу. Данил, ты обзавис хотя бы шахидом каким-нибудь, православным. Сзади. Он меня убил, кстати. Шахид? Да. А сейчас я закемперю. Сзади, кто-то использует джиську. Это я использую. Карта маленькая, но чисто для мяса. Да. Чисто для борьбы с кафирами. Затыкай фигам, один он все. А, тут еще лыжки. Я не заподозрил, что мы с ним просто его несем. Расстрел из пушки. Она еще не с одного выстрела убивает. Арабский язык нельзя мне поставить, да? Нет. Тут такая латинские буквы. Ну блин, кто так вообще делает? Если бы играли во вторую столу, то можно было бы. О, он сверху. Блин. Он сам себя убил. Снизу. Ага. Он меня убил. Черт. Я лысый убил, как не стыдно. Черт лысый. Черт лысый. Неверно и лысый. А, он у меня на вышке был. Оп. Ну который? Я говорят, но он уже был. Не отпускал там. Не, он на другой вышке. А, ну ладно. О, он опять на ту вышку, по-моему, залезает. Он уже там. А, нет, он опять на моей вышке. О, интересно же. Его, походу, в кайф. Чувак любит испытания. Он решил доказать свою верность. Свою веру. Да. Так, а кто меня... А, вот он. Он сейчас поднимается к тебе сзади. Он на вашу вышку. Меня-то за что? А, ну ладно, если во славу Аллаха, то и не такие. Может быть. Так, я кто-то меня стреляет. Я хочу просто. Во имя Аллаха меня убили лопатой. Да блин, он реально уже не первый раз убивает. Да, он профессионал. О, блин, он только что меня... Да он муртад, самый. Но муртады не могут быть профессионалами. Он профессионал от слова анал. Он у пушки, он за пушкой. Пушка за 300. Ну блин, я-то хотел его убить, так. Что, придется теперь саму за пушкой сидеть. Он наверху. На вышке, на той самой. Ах ты, смерть. Слишком расслабились, он вот эти вас карает. Я хочу покинтерить. Это меня как убил, я давно не был на вышке. На вышке с башни был. Он, кстати, самый крутой. Так у нас потому что мало фрагов. Да потому что... Потому что мы одного мочим, а он четырех. Мне голова кружится.
убил этого Муртада. Джон Сина, кажется? Ну, блин, я просто тут кручусь, верчусь в центре карты. А. Блин, он опять меня... Это я случайно, прости. А, это был просто ты, просто был твоей спиной, и я упал туда. Муртад! Окей, все равно лучше погибнуть от руки Мажахедина, чем от руки какой-то Муртады. Бейте мне кто-нибудь в центре карты. Давай. Все-таки. Он наверху. Он подогнает. Короче, я буду башню охранять, точнее. А, ни хрена. Ты, кстати, меня захватил. Нечаянно. Кажись, он захватил пушку. Не, в этом нет. Он подо мной вроде как. Не, не, не. Горы под нами. Нет, нами. Он рядом с пушкой в домике. Он у пушки. ПВП. Не, реально ему нормально. Может, это бот вообще? Он за пушкой. Да не, вряд ли это бот. Это не того. Ну хотя бот может быть неверным. Хотя мне кажется, боты более вернее, чем он. Более верно. Данила поднимается. Я спас тебя от бесчестной смерти. Ну ладно, буду в центре ходить. Эй, меня-то за что? Нечаянно пусти. Этот сын шакала меня убил. Вот, а он у пушки ко мне поднимается, наверное. Нет, он уже не поднимается. Он на четвертом этаже. Он поднимается, поднимается. Верхний бет... Он с арбалетом. Ну чё? Ну чё, кто этот монахик? Кто Муртад? Ну что, Муртады готовы? Так где? А, нихрена, понятно. А ты что, думал, в сказку попал? Здесь опасно. Страшно, пацаны. Что вы творите? Мне кажется, больше никто не зайдет. Не знаю. Всех унизили. А те, кто не, уж, не унижены, спят. Унижаются во сне. А что ты будешь делать? Там кто-то отжирается. Патроны закончились, но кто так вообще делает? Зачем мне пустой дробовик нужен, да? У меня остался последний патрон. Все, бей себя. Не могу, я его уже использовал. И промазал. Но я убил сам себя, я стрельнул. Во имя Аллаха. Ну что-то не пошло. Фига там кемпер засел.
Воу-воу-воу, мне это за что? Ну ты ж с мутадами. Бежать от этого кемпера. Я же обычный православный мутад. Зачем вы? Почему я умер, а ты нет? Я? Мне же не муртад. А кто ты раз не муртад? Кефир. Не, ну понятно дело, что манутиком будет самое голимое, но я не понял насчет муртадок. Там еще это вопрос не остановит. Не прояснился этот вопрос. Муртад кемперет, надо его снять, пока он нас всех не убил. О, тут появился чувак. Ладно, все, захватит. Так. Все, началось. Снова. Пора. Где этот кемпер? Он тут неплохо стреляет вроде. Справим. Серьезно, он крает меня. Вижу цель. Дно. Не давайте ему главное дробовик. Мне кажется, ему лучше не давать этот арбалет. Блин. О, он на пушку пошел. А он вышел из нее. Он пошел ко мне. Вот он полез навет. Я убил этого дна. Мутада. Он внизу. Где он? Как думаете, надолго его хватит, когда он поймет, что мы тепать в него? Он наверху, где арбалет. Только на уровне ниже. Я пойду с ним разберусь. Или не разберусь. Не надо. А чё он сдох, а? Он наверху, у другого арбалета. Всё, сдох. Ой, извиняюсь. Я перенял. Кто-то в меня стрелял только что из арбалета. Это я. Он опять у арбалета у того, у первого, куда я стреляю. Это. Надо, короче, башню вот этих арбалетов как-нибудь назвать, чтобы не путаться. Все, он мертв. На первом этаже. Надо оружием. Он на первом этаже. Чё, шкаф нет? Да ну кто так делает вообще? Не, ну стрелять он умеет, по крайней мере. Чувак с ником дно и в списке дно. Это, короче, видите этот список? Да, это, короче... Мама звонит. Где этот мотоцикл? На втором этаже. Короче. Уже нет. На первом. О! О, нифига я с дробаша попал. Самая жопа карты с вышки. С первого выстрела. О, на пушке. Он в пушке. Был. Ну, не знаю. Опять попал за дробаша с первого. А на первом этаже? Нет. Снова на первом. О, еще появился пол.
первым. Он вышел. Он все понял. Я понял, ухожу. Здесь я отвечу. А ты что, в городе что ли? Я да. А что не говоришь? Ну, я завтра уеду. Ну, правда, завтра же я приеду обратно. Но я вряд ли буду куда-то ходить, а с завтрашнего дня обратно начинаю учить. Ну, это понятно. Понял. Надо башню прочекать. Сейчас прочекаю. Я левую башню прочекаю. Я вот эту башню прочекаю правую. А какая левая, какая правая? О, нашел. Я левая. Ну давай, на которой ты левая, а которая я правая. Сейчас исправим. ПВП, честно. Честный ПВП. Ну блин. Снаряд бы выпущен. Но вернулось. По честности по отношению. О, пол вернулся. Он передумал. Где? Он передумал. Да. Он что за читер? Читер, я мужик. Все, я смог его победить в ПВП. Ты сейчас. Какую карту голосуем? Бафилд, наверное, Канту. Посмотреть. Давайте Канту посмотрим. Убейте меня кто-нибудь, я в самом центре карты нахожусь. Я чё, мне своим... Прости, я стрелял в него. Он просто рядом с тобой, он все еще там сидит. Да. А, я думал, это Кимберет, он меня убил. Да, ты правильно сделал, лучше чисти, чем он. Муртат, ну, рядом с арбалетом. Надо. У пушки. У пушки. Я побежал, не страшно. На втором этаже. Там, где нас нет уже. На левой башне был. На снизу. Снизу, снизу оба. О, на левой башне. И на правой. Не, на правой нет. На левой нету, чисто. Запустим. Какой же клёвый. Может мне кто-нибудь добить сейчас? Я сейчас в центре карты буду. Вот я, в центре. Так дайте мне-то хоть раз его добить, не упал. Ну тут так получилось, что... Кто последний, тут ты папа. Баш, контролирует. О! На первом этаже. Как получилось-то? Ну ладно, чё ты. Во имя Аллаха поможем. Ну это именно, во имя Аллаха не жалко. Он на первом. Вдвоем, два. Они объединились, походу. Ну что им остается? Они друг делать? Другу.